или не создать свой журнал, или не написать книгу об этом. В действительности, до написания книги далеко не у всех доходили руки. Большинство ограничивалось выпуском сводок новостей. Да и объединений, увлеченных изучением НЛО, было не так уж и много. Грей Баркер присоединился к группе, которая утверждала, что к ней поступает информация со всего мира. Когда люди из других городов и стран писали в эту организацию письмо, их сразу же вносили в список. Сеть быстро разрасталась. А затем произошло нечто странное. Президент этой организации, Эл Бендер, внезапно свернул всю свою деятельность. Его друзья не знали, что и думать. По словам Бендера, его посетили три загадочных человека в черном, которые приказали ему прекратить свою исследовательскую работу. Очевидно, он был слишком близок к истине и стал представлять для кого-то опасность. Вот почему к нему пришли эти люди, которые довольно жестко с ним общались. Они были одеты в черное, носили фетровые шляпы и ездили на Кадиллаке. Совсем как герои фильма с похожим названием «Люди в черном». Это и было первое сообщение об этих загадочных личностях. В отличие от Бендера, Грей Баркер решил продолжить работу над исследованием и разобраться, что же произошло. В 1956 году он написал книгу под названием «Они знали слишком много о летающих тарелках», которая стала первым изданием на эту тему. С тех пор в кругах уфологов люди в черном стали отдельной темой, хотя долгое время этой проблеме практически не уделяли внимания. Большинство уфологов не относились к этому довольно серьезно. Их куда больше увлекал предмет их исследований. Но о странных личностях не забыли. Благодаря голливудским режиссерам о людях в черном теперь знает каждый мальчишка. В своей книге Грей Баркер сделал предположение, что люди в черном — это, скорее всего, агенты ФБР. Его догадка не осталась незамеченной. В январе 1959 года Федеральное бюро расследований известило своих агентов в Чикаго, что хочет ознакомиться с книгой Баркера. Они знали слишком много о летающих тарелках. Было проведено расследование, и люди Эдгара Хувера пришли к выводу, что ФБР не имело отношения к тому, что случилось с Альбертом Бендером. Если это было не ФБР, то кто в таком случае это был? Грей Баркер опубликовал свою книгу в 1956 году. Спустя пару лет несколько уфологов навестили Элла Бендера в надежде услышать его версию произошедшего. Но Бендер молчал, он ничего не говорил и не предпринимал. В 58 или 59 году Бендер опубликовал статью о так называемом разоблачении, но в ней он просто описывал, как ему угрожали в течение многих лет. But his article didn't really reveal anything. It just described how he had been harassed for years. In 1962 году Грей Баркер опубликовал рукопись Бендера. В книге описывалась его версия этой истории. Уфологи были разочарованы. Новые данные не соответствовали тому, что Баркер написал в своей первой книге. Люди в черном не были ни правительственными агентами, ни представителями иностранных разведок. По его словам, это были пришельцы, база которых расположена в Антарктиде. Поверить в подобное мог только любитель низкосортной научной фантастики. Я беседовал со многими уфологами, и большинство из них увидели в этом заявлении обычную байку, поскольку Бендер говорил, что эти существа появляются в его доме из воздуха, и даже рассмотрел, что они разного пола. В книге Бендер рассказывал истории, напоминавшие дешевое бульварное чтиво с элементами эротики. Он утверждал, что пришельцы несколько раз увозили его на свою базу. Они говорили ему, что прилетели на Землю, потому что в нашей воде содержится жизненно важный элемент, необходимый в планете. Согласно книге, пришельцы вернулись на свою планету в 1960 или 61 году, и только тогда Бендер смог рассказать о своем секрете. До этого момента пришельцы запрещали ему говорить об этом. Так вот почему Бендер бросил свою исследовательскую группу. Пришельцы попросили его не рассказывать землянам о своем существовании. Как видите, эта история была довольно странной. Она отражала личность Бендера, который не был уфологом в прямом смысле этого слова. Баркер, который добавил к откровениям Бендера свои замечания, признавался, что даже ему трудно было поверить в рассказ Альберта. Поэтому среди уфологов история о людях в черном перестала восприниматься всерьез, хотя этот вопрос обсуждается гораздо чаще, чем все остальные проблемы. Кроме мифа, созданного Баркером и Бендером, рассказы о людях в черном встречаются в литературе об НЛО. В 60-х годах эта проблема обсуждалась постоянно. В 67-м году ВВС США распространяли среди своих сотрудников листовки, в которых сообщалось, что лица в гражданской одежде, представляющиеся членами элитарного подразделения командования воздушной обороны Северного полушария, посещают очевидцев НЛО и просят их ничего не рассказывать об увиденном.
ВВС заявили, что такие посетители были самозванцами. Каждый военнослужащий, располагавший информацией о мошенниках, должен был немедленно оповестить старших по званию офицеров. Британский уфолог Дженни Рэндалс в своей книге под названием «Правда о людях в черном» представляет многочисленные показания очевидцев, которых посещали таинственные люди в черном. Свидетельства собирались с 1950-х. Но если люди в черном не агенты секретной правительственной службы, то кто они? Меня очень интересуют эти так называемые люди в черном. То, что они существуют, в этом нет сомнений. Другой вопрос, имеют ли они какое-либо отношение к тайным НЛО, или же их интересуют любые паранормальные явления. Но, как мне кажется, дело здесь может быть и в другом. С одной стороны, возможно, кто-то специально распускает слухи о людях в черном и разыгрывает тех, кто верит в инопланетян. С другой стороны, есть такие люди, которым нравится одевать ту или иную униформу и воображать себя, например, секретными агентами. Думаю, всем известно о подобных психологических отклонениях. Некоторые люди чувствуют потребность носить форму полицейских или, скажем, врачей, чтобы почувствовать уважительное отношение к себе окружающим. Как знать, может, так называемые люди в черном просто наслаждаются своей ролью агентов тайной правительственной организации. Существует ли эта тайная организация? Может быть, это и есть Majestic 12? В ноябре 1950 года Уилбур Смит, инженер, работающий в Федеральном департаменте транспорта, вернулся в Оттаву после визита в столицу США и подал официальный отчет о своей командировке. Он заметил, что в США феномен летающих тарелок засекречен еще строже, чем водородная бомба. Смит узнал, что для изучения этого явления в США создана группа под руководством доктора Ванневара Буша, научного советника президента Трумэна. Слухи о существовании этой секретной организации, изучающей летающие тарелки, ходят до сих пор. В начале 50-х годов капитан Эдвард Руппельт возглавлял проект «Голубая книга», который занимался исследованием НЛО. В своей книге «Отчет о неопознанных летающих объектах» он рассказал, что во время своей работы в проекте его не покидало чувство, что над изучением феномена НЛО работает и некая секретная организация. Что же это была за тайная организация? Существует множество документов, касающихся деятельности группы Majestic 12. Один из них был написан для Эйзенхауэра. Его получил Джейми Шандера в виде непроявленной фотопленки на 16 кадров. Вообще таких пленок как минимум две. Одна из них хранится у Билла Мора, вторая у Шандеры. Они абсолютно одинаковы. Джейми Шандера предоставил мне копию документов, которые были засняты на его пленке. Среди них есть и знаменитый меморандум Трумана Форестола, написанный в 1947 году. Считается, что Majestic 12 начал свою деятельность именно с этого меморандума. Первые шесть страниц документа, написанные, вероятно, в ноябре 1952 года, были адресованы президенту Дуайту Эйзенхауэру. Здесь кратко были изложены цели работы проекта под названием Majestic 12. На следующих двух страницах содержались приложения к меморандуму, датированные 24 сентября 1947 года. Документ был подписан Гэри Труманом, бывшим тогда президентом США. В меморандуме говорилось о том, что президент поручает министру обороны Джеймсу Форестолу продолжить работу над операцией, именуемой Majestic 12, при содействии научного советника Белого дома доктора Буша. На документах стоял гриф «Совершенно секретно», «Государственная тайна» и только визуальное ознакомление.